То есть я болею за Пушкина, за Лермонтова, за Ахматову, за Гоголя, за Чехова, за современных писателей. Я болею за наследие, за сохранение. Я еще болею за тех, кто, может быть, хотели бы приобщиться к русской культуре. Я считаю, что Пушкин, он всемирный. И он должен быть наследием всего человечества, не только России.